На выборы, как на праздник. Развлекательную и культурную программу избирателям организовали на многих участках, а голосовать сегодня приходят династиями. О семейных традициях и праве выбора в нашем материале из Тольятти. На выборы всей семьей пришли три поколения Дмитриевых. Внуки, сыновья и братья Никита и Кирилл для этого специально приехали из других городов – Самары и Москвы. Избирательный участок расположился в их родной школе, где золотых медалистов отлично помнят и гордятся прилежными учениками, которые, повзрослев, стали по-настоящему ответственными гражданами. Нас и родители учили, и в школе нас учили, и вот мы, осознавая полностью, что наш голос значит, что нужно прийти проголосовать, что надо это сделать, мы все вместе собрались и пришли. То есть как с тех пор, как исполнилось 18, ты ходишь на все? Да. Столько времени у нас народ боролся за демократию, а сейчас пытается всячески от нее откреститься. Я не пойду на выборы, мне это не нужно, там уже все предрешено. Я так не считаю. Каждый из нас является гражданином, и каждый должен приходить и говорить так, как он считает нужным, чтобы все знали, что демократия у нас в стране все-таки есть. По крайней мере, я в это верю. У 18-летней Анастасии Москаленко сегодня двойной дебют. Она впервые голосует и впервые предстает перед телекамерами. Я пошла голосовать, потому что у меня вся семья голосует, и я решила тоже продолжить традицию. Всего в Тольятти в этот день работает 246 избирательных участков. Сергей Овчинников, Ирина Грумеза, Борис Кислицын. Новости губернии, Тольятти.